Большие гонки 2019 года World of Tanks. Стратегия победа. Первое, что бросается в глаза, огромное количество дурачков на Т-50 Sport. Это самый слабый танк из трех предложенных. Здесь есть Леопард Sport, Т-50 Sport и, соответственно, Чаффи Sport. Самый лучший сбалансированный вариант — это Чаффи Sport. Плита в кормовой части, которой танкуются те же Т-50 на финише, и с высокой степенью вероятности танкуется и пулеметный выстрел от Леопарда Спорта. Вот. А, допустим, разбирать танку этой задней кормовой плитой Т-50 на финише уже в момент захвата базы — одно удовольствие. А, при этом, собственно, сам Т-50 достаточно слабый танчик, не бронированный, и у него нету ни альфы, нету нормального ДПМа, хотя, казалось бы, именно на ДПМ и сделана ставка, но реализовать этот урон в ходе гонки невозможно, в отличие от того же Чаффи. На что еще следует обратить внимание? Разбор трех противников за раз, за одну гонку, возможен. Кроме того, два противника на финише разбираются легко, это доказано неоднократно. Нужно брать Чаффи Спорт, и когда вы приезжаете на финиш, разворачиваться кормой и стараться танковать этих двух противников кормой. И даже двух противников одновременно вы разбираете совершенно спокойно. Смотрите скрины, там до 2500 дамага, то есть это 2,5 танка противника. И где-то 1300, 1400, 1500 дамага делается достаточно легко. На что стоит обратить внимание? На старте, когда техник только стартует, имеет смысл отдать по шоту каждому из трех врагов. Это можно делать либо на Т-50, либо на Чаффи Спорт. Т-50, соответственно, худший. Чаффи Спорт лучше. Зачем это делать? Если вы на раскатке даете по шоту, в случае победы вы получите дополнительные кубки. Кроме того, если на старте остается бот, а ботоводов сейчас в этом режиме достаточно много, валите его сразу. То есть останавливайтесь и просто наносите ему 500 дамага. Получите гарантированный кубок, а при победе вам еще дадут кубок за 1000 дамага. То есть если два ваших союзника затащат этот бой, затащат эту гонку, вам дадут еще за 1000. Соответственно, 1000 урона на дороге не валяется. Ботоводов действительно достаточно много, и этим нужно пользоваться. То есть, видите, человека, который зашел в игру и оставил танк в надежде на то, что команда затащит без него, бейте спокойно. Не обошлось без багов. Нередко будете попадать на подземный хайвей, вот, влетать в текстуры. И в первый день, естественно, было огромное количество вылетов. Сейчас по состоянию на вечер, ночь второго дня, большую часть этих проблем пофиксили, но они остаются. Личное мнение. Если вы участвуете в турнире, это попадалово. Полученные в этом турнире нашивки увеличат балансовый вес вашего аккаунта. Это мое частное мнение. Соответственно, если самый лучший вариант, ни в коем случае не делайте твинк, ни в коем случае не регистрируйтесь в турнире и не получайте эти нашивки. Играйте соло, благо такая возможность тут есть. Большой минус: перепрыгнуть на трассу противника можно только ближе к концу трассы, где это уже не имеет никакого смысла. И это жирный минус. То есть в первых гонках это был большой плюс. При определенной сноровке вы перепрыгивали на трассу противника и расстреливали их, тех, кто от вас убегал. В данном случае
догоняющим быть намного выгоднее. То есть в танковых гонках 2019 года вам намного выгоднее ехать последним или предпоследним. Бонус ремонта для трех танков в конце пути не стоит того, чтобы ради них рваться вперед. И как обычно, не обошлось без такого классического бага игры мира танков, как исчезающие снаряды. Помимо того, что часть снарядов поглощают экраны, в частности на чафиках спорт и на леопардах спорт, часть снаряда поглощают всякие там бочки и прочее на трассе, но часть снарядов просто исчезает. Главная фишка режима — это дикое задротство и развод на донат. То есть у вас цель собрать из фрагментов фотографий гонщиков и получить трехперковых командира. Это смогут сделать далеко не все. Без доплаты тут для многих людей не обойдется. Именно на доплату голдой, внутриигровым имуществом, и идет развод. Да, режим красивый, но он хуже первого года, где не было развода на донат. Можно было выкачивать по 3-4 командира на американские типажи. Сейчас вы получите трех командиров, и, скорее всего, вам придется достаточно долго это все задротить. Да, это возможно без доната, но это будет большим геморроем. Собственно, вот и все. Всем спасибо, всего доброго.